Двигатель торговли и маркетинга – это, конечно, реклама. Рекламный менеджер телекомпании «Город» Светлана Кожунова почти 20 лет назад поняла, что за этой профессией будущее. Сейчас она с удовольствием идет на работу. Для нее это уже дело жизни и хобби одновременно. Мне интересно общаться с людьми, мне интересно развивать их бизнес, потому что мы своей деятельностью способствуем развитию бизнеса наших партнеров. Творческий коллектив всегда готов прийти на помощь тем, кому нужно продвижение. Креативность и лучшие традиции. Реклама в медиасфере актуальна как никогда. Мы производим рекламные ролики, сюжеты и программы, размещаем рекламу сразу на 5 каналах. Нас можно увидеть на домашнем, телеканале городском, телеканале Че, Ю, ТВ-3 и РБК. У нас есть врезки на всех этих телеканалах, при этом домашний вещает на всю область. А еще у нас есть собственный круглосуточный канал городской, который также могут смотреть жители Ряжска, Кораблино, Новомичуринска и Скопина. Здесь мы транслируем новости, программы собственного производства и самые популярные кинофильмы. Со всеми нашими проектами можно познакомиться на сайте город62.тв и в социальных сетях, которые мы активно развиваем. Телевидение, в том числе реклама, дело коллективное. Производство качественного медиапродукта зависит от работы каждого. Наша команда просто шикарная, на мой взгляд. Здесь команда единомышленников. Это все возрастные категории. И с каждой возрастной категории очень приятно работать. На нашей телекомпании работают суперпрофессионалы. Они очень увлеченные. Они готовы пожертвовать своим личным временем, они готовы работать над разными проектами огромное количество времени, чтобы добиться положительного и качественного результата. Сейчас наша телекомпания готовит к выходу новые интересные проекты, поучаствовать в которых могут все, кому необходимо разместить рекламу. Мы всегда открыты к диалогу и сотрудничеству. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».